Ну а пока финал. 50 метров вольным стилем мужчины. Квалификация 22.07 у взрослых. Но юниоров здесь и нет. Итак, Георг Гудман, дорожка номер один. Далее Алексей Брянский, участник Олимпиады в этой дисциплине. Дорожка номер два. Первый из Калуги, второй из Иркутска. Сергей Фесиков. Двойной зачет Янао и Калуги. Дорожка номер три. Пока третий результат по итогам полуфинала. Владимир Морозов с новым рекордом страны финишировал в полуфинальной стадии. И пока это единственный человек, нет, не единственный человек, выполнивший норматив. Еще Женя Седов, 22.01 было показано в полуфиналах. И вот два главных претендента на то, чтобы отправиться в Венгрию в этой дисциплине. Пока Морозов на ваш экран. Вот Евгений Седов, 96-го года рождения, заслуженный уже мастер спорта, потому что неоднократный победитель чемпионатов Европы в коротких бассейнах, представляет Волгоград. Красноярский спортсмен Андрей Арбузов, дорожка номер 6, пока четвертое время квалификации 22.42. Александр Клюкин, Новосибирск, дорожка номер 7. Сергей Калиничев, Оренбург, дорожка номер 8. Итак, в центре Морозов, рядом с ним Седов, по сторонам стоят Фесиков, Арбузов. Вот основная четверка претендентов, хотя результаты Фесикова и Арбузова на 3-4 десятых слабее двух фаворитов. Я имею в виду Седова, от Мороза вообще в секунде. Но фактически вопрос стоит, Седов ли удержится на второй позиции или дрогнет немножко волгоградский спринтер, пропустив кого-то в команду. И вновь решается вопрос. Два раза за день. Может Владимир Морозов устанавливать рекорд России? Фесиков очень неплохо сделал старт. Во всяком случае, на 25 метров выигрывает и у Морозова, и у Седова. Но вот сразу по прохождении 25 метров Фесикова как будто обрубает. Вперед уходит Морозов-Седов. Примерно похожие скорости показывают. Морозов чуть ближе к финишу, но касание выигрывает Седов. 21.74, 21.76 Владимир Морозов. Выполнение норматива обоих лидеров есть. Ну и вот то, о чем мы говорили. Есть полуфиналы, рекорды страны, а есть победа в финале. И это Евгений Седов. 21.74. Третий результат у Фесикова 22.14. Очень близко к отбору. Всего лишь 7 сотых не хватает до норматива, но лишь 2 путевки разыгрывалось в этом заплыве. Поэтому Евгений Седов и Владимир Морозов будут представлять страну.